Сегодня я вам расскажу про три способа заработка в интернете без вложений, то есть абсолютно каждый человек, практически не имея никаких навыков, сможет таким образом заработать себе на корочку хлеба или даже, возможно, на поход в ресторан. А те, кто сильно постараются, может быть, даже и на поездку в Турцию. Всем привет, меня зовут Ксения, и это видео обещает быть очень интересным, очень полезным. Если ты, человек, который смотрит это видео, мечтал зарабатывать из любой точки мира, и у тебя нет практически никаких знаний, досматривай это видео до конца, потому что реально вот это вот три способа, которые перевернут твое сознание. И я скажу так, что если кто-то из тех, кто сейчас смотрит это видео, не сможет зарабатывать вот хотя бы по одному из трех способов, тогда этот человек, ну, прям совсем овощ. Все пропало. А еще давайте я устраиваю конкурс на 10 баксов. Человек, чей комментарий продержится 2 часа без единого лайка, получит от меня эти 10 баксов. И думаю, кстати, запустить скоро очень крутой денежный конкурс на достаточно крупные суммы. Напишите свои идеи для такого конкурса, мне очень интересно и прям вот хочется подарить вам бабки. Так, давайте все быстрее переходим к сути. Я уверена, что большинство из вас уже жаждет, типа, давай скорее, я хочу зарабатывать. Все, смотрим видео, обязательно ставим сразу лайкосик заочно. Поверьте, вам точно что-то из этих трех способов подойдет. И да, кстати, это как раз-таки именно тот случай, когда вы сможете писать везде в Инстаграме комменты по типу «Я мамочка в декрете, зарабатываю 30-40 тысяч в месяц». Вот, ладно, смотрим. Да, миллионы вы так вряд ли заработаете. Ну, точнее, это возможно, если будете на протяжении всей жизни просто пахать, не вылазя. А в конце мы с вами посчитаем, сколько можно заработать, если совместить сразу три способа. Занимают они, кстати, абсолютно немного времени. Так, ставки на спорт или бинарки для новичков. Не торопитесь выключать это видео, я вам сейчас все расскажу. Все, я думаю, помнят, когда у меня была VIP-группа с одним сигналом в день, за который мне каждый человек платил 200 рублей. В чем был смысл? Я давала всего лишь один сигнал в день, человек мне платит 200 рублей, и у меня в итоге выходило там где-то 7-8 тысяч в день, ну, буквально за 5 минут времени, серьезно. Откуда у меня изначально взялась эта идея? Потому что вот я вам давно рассказывала, что в 14 лет я увлекалась ставками. То есть 14 лет мне было мега интересно прям вот ставить на теннис, там, на футбол. Я расписывала всякие стратегии. И так как я ничего не понимала, я на тот момент нашла для себя вот такой вот интересный способ заработка. Я начала писать просто в тематические группы. Я находила людей в комментах, кто там пишет, типа, вот, делал ставку там. Ну, в общем, например, как сейчас вы у меня в сообществе комменты пишете. Итак, у меня есть железобетонный прогноз с коэффициентом там 1,8. Оплата после того, как зайдет. У меня был такой шаблон сообщений, сейчас все вам покажу. И люди, кому было интересно, просто скидывали, типа, да, давай, я даю прогноз, он заходит, мне оплачивают, и все вот по такой схеме. Да, я ничего не понимала, я вообще не знала, как вообще это можно анализировать, но я нашла очень крутую лазейку, смотрим дальше. А, да, именно постоплата была, потому что очень много мошенников, и я позиционировала себя как человека честность. То есть прогноз прошел, вы мне заплатили. И так у меня намного больше было клиентов, чем было бы потенциально, если человеку надо было сначала скинуть бабки. Да, сразу скажу, не все платят, есть недобросовестные люди, но в целом, у меня в мои 14 лет выходил очень неплохой доход. Сейчас я просто ради приколюхи вот решила написать, заспамила там кому-то, и вот один из таких ответов был примерно такой. То есть, да, там вам из 100 человек не все ответят, не все согласятся, кто-то вас очень грубо пошлет, кто-то кинет жалобу, но в целом самый идеальный диалог — это вот то, что вы видите на экране. Можете пробить вот этот матч. Все четко зашло, потому что мне потом, когда 200 рублей пришли на карту. И вы сидите, наверное, думаете, а откуда же брать эти прогнозы? Вот, например, для вас три варианта сайтов. То есть там реально очень часто прогнозы проходят. Просто заходите на все вот эти сайты и смотрите, ищите что-то для себя интересное. Еще раз объясню алгоритм. Вы спамите вот примерно вот такое вот сообщение людям в личку, кто интересуется ставками на спорт. То есть находите тематические группы, что где-то кто-то где-то отписался. Какая интересная фраза, где-то кто-то где-то. В общем, всем, кому максимально вот можно, скидывайте вот просто вот такой вот шаблон. Дальше начинаете общаться. Гарантии никогда не давайте, то есть никогда просто. Вот, все. Дальше. Люди соглашаются, вы находите, по вашему мнению, нормальный четкий прогноз, ну, естественно, не первый попавшийся берете, а просто читаете описание.
смотрите там, тот человек, кто дал прогноз, какая у него проходимость. Перекидывайте этот прогноз, он заходит, вам скидывают денежку. Все очень просто, не так ли? Not bad, not bad. Давайте примерно посчитаем. Напишите 100 людям за день. 15 из них заинтересуются, возьмут прогноз. Из 15, 30% по-любому будет тех, кто не оплатит, то есть оплатят 10. И, грубо говоря, 2000 рублей в день у вас есть. Второй способ заработка не менее интересный, но здесь уже никому спамить не надо, смотрите. Есть такое понятие, как арбитраж трафика. Да, когда-нибудь я вас уже углубленно туда погружу, но в целом, как это? Заходите на любую вообще партнерку, их просто тысячи, находите в этой партнерке какой-то товар, самые вообще практичные, самые продаваемые — это часы. Размещаете фотки на Авито, пишите там, вот, новые не подошли по размеру, что-нибудь такое. Дальше кто-то заинтересовался вашим товаром, вам звонят, вы говорите, подождите, сейчас перезвоню через 5 минут. И вот в партнерке, когда у вас есть своя партнерская ссылка на такие вот товары, примерно такая форма регистрации. То есть вы вводите просто номер телефона, естественно, спрашиваете у человека, как его зовут, вводите сюда, и за вас уже менеджеры звонят, менеджеры, вот кто продают эти часы, и добивают этот товар. Все, что вам остается, это просто, грубо говоря, на пассиве разместить объявление, получать звонки и перенаправлять эти звонки на менеджеров. Все. И это прям вот своего рода пассивный заработок. То есть сами продажи добивают профессионалы, реально те люди, которые в этом варятся. А вы просто собираете капусту. Идеально. Вот вам список, который я нашла чуть ли не по первой ссылке в Яндексе. Вот. Их куча на самом деле, этих партнерок. Так, сколько так можно заработать? В среднем вы получаете за каждый товар от 400 до 700 рублей. Ну, то есть, если это белая товарка, такие часы там, я не знаю, где-то там пару тысяч стоят. И то есть, исходя из этих цифр, вам уже нужно самим в голове посчитать. Вот продадите одни часы там в день, там получите там 500 рублей за них. Продадите 10 часов, получите 5000. В среднем у вас будет 1-2 продажи спокойно, если вы сделаете нормальное объявление. Третий вид заработка – это различные сайты, где там надо выполнять какие-то задания и за это получать деньги. Вы скажете, все разводняк, все кидалово. Сейчас покажу отрывочек вам. Это привело к первой экологической катастрофе на Земле. В поисках сайта я нашла какой-то Govox, вообще первый раз об этом услышала, зашла туда, зарегистрировалась. Там есть два варианта заработка. Первый — это выполнять задания, а второй — это размещать свою реферальную ссылку. То есть вы размещаете где-то ссылку, там регистрируются друзья, родственники, кто угодно по вашей ссылке, и вы получаете некий процент от их дохода. Да. Этот вариант мы откидываем, потому что для того, чтобы получать здесь что-то весомое, надо иметь прям реально большой поток клиентов, так скажем. Просто начинаем выполнять задания. Выполняем, выполняем. Вот я как зарягалась, за 10 минут заработала 129 рублей. 129 рублей за 10 минут. Когда я попыталась, правда, их вывести, мне написали, что надо 40 заданий выполнить, вы типа выполнили 6, но я не стала тратить время реально ради этих копеек. Вы попробуйте обязательно, напишите свой отзыв, потому что я уверена, что там все четко. И, грубо говоря, за пару часов вы можете заработать там около 1000 рублей. Я думаю, что это неплохо, и задания не такие уж сложные. Там все подробно расписано, и это достаточно интересно. Так, давайте мы посчитаем. Вот три варианта заработка, да? Если мы в день будем иметь 2000 рублей с прогнозов, то есть 10 человек у нас купят прогнозы, мы считаем, что мы продаем одни часы в день, это будет 500 рублей, то есть это уже 2,5. И пару часов работы на том же самом Кавоксе и так далее будем около 1000 рублей получать, это уже выходит 3500 рублей. И по времени там с прогнозов, не знаю, это часа 3 в день, потому что там ВК все равно ограничит отправку сообщений. На Авито это вообще просто закинули объявление, вам звонят, ну давайте посчитаем еще там час. То есть уже 4 часа. Ну, 6 часов времени — это 3500 рублей. Но я еще раз скажу, вы ничего кроме своего времени не вкладываете. Вы относительно не обладаете никакими навыками. То есть любой человек, у кого есть компьютер, у кого есть интернет и хоть немножечко серой жидкости в голове, сможет вот таким образом заработать себе на корку хлеба, возможно, даже с маслом. Я на самом деле очень жду того, чтобы вы попробовали, обязательно написали, как у вас получилось, что из этого вышло. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока!